снова в Балашихе большой хоккей. В заключительном матче регулярного чемпионата «Витязи» принимают «Минское Динамо». Если подмосковная дружина «Железно» играет в плей-офф, то минчане до последнего момента оспаривают это право в заочных битвах со столичным «Спартаком». Задача нашей команды – не уронить честь. У «Динамо» ситуация «пан или пропал». Так что скучно точно не будет. Приходите поддержать нашу команду. 25 февраля, суббота. «Витязи» против «Минского Динамо». Начало в 17:00.